на конкурс. Дети читают и пишут стихи. Корнева Елизавета, 7 лет, Псковская область, город Великие Луки, школа номер 13. Юрий Кушак, мальчик. Звон голубой над полем, над лесом, в каждой сосульке под нашим навесом, над рыхлым сугробом, над мокрой тропой, над старым колодцем, над каждой трубой, надо мной, над тобой, голубой, голубой.